Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует компания «Видопульс», и я врач компании Арчибасова Елена Алексеевна. Тема вебинара, которая у нас сегодня заявлена, это головная боль и мигрень. На сегодняшний день описано примерно около 100 видов головной боли. И если рассматривать такую категорию заболеваний, как неврологические заболевания, то мигрень занимает первое место по всей этой группе по нетрудоспособности. И в связи с этим мы считаем, что эта проблема головная боль в целом и мигрень, эта тема довольно актуальна, и мы решили посвятить сегодня вебинар как раз этой теме. Итак, если посмотреть в целом, да, на проблему головной боли, то, как вот вы видите из представленного слайда, в целом головную боль можно разделить на 4 основные категории. Что же относится к этим категориям? Значит, это головные боли, которые называются синусовые, кластерные, это головные боли напряжения, и это непосредственно мигрень, которая сегодня будет уделена большая часть нашего вебинара. И вот, как вы видите, здесь на этом слайде схематично показано, что же в основном, скажем, подвержено болевому синдрому при каждом из этих видов головных болей. Ну, дадим небольшую характеристику каждому из этих классов головной боли. Итак, первое – это, как вы видите, синусовые головные боли. Ну, синусовые головные боли, они так и называются, потому что они возникают в результате воспалительного процесса в синусах. Да? Что такое синусы? Синусы – это воздушные полости черепа. Соответственно, это группа заболеваний, которая носит название синуситы. Это гаймориты, воспаление гайморовых пазух. Это фронтиты, воспаление фронтальной пазухи, то есть пазухи лобной кости, это этмоидиты, воспаление пазух решетчатой кости. То есть это те боли, которые всегда сопровождаются воспалением и всегда повышением температуры. Следующие категории боли, это, соответственно, мы сейчас рассмотрим, это боли напряжения. Что же такое головная боль напряжения? Головная боль напряжения, она, как правило, связана и возникает при повышении артериального давления. И, соответственно, если эта боль связана с повышением артериального давления, то, как правило, при этом происходит еще выраженное напряжение в мышцах. Это мышцы спины и плеч. Следующий вид головных болей – это кластерные головные боли. Или еще их в литературе можно встретить такое название, как гистамин-зависимые. Это особо биологически активное вещество – гистамин. Что же это, да, за кластерные головные боли? И вот здесь тоже на представленном слайде показано, да, что где локализуется боль. Это, как правило, область глаза, значит, в районе глаза, глазницы, да, выраженная головная боль. И кластерные, почему их так называют? Потому что они, как правило, болевые проявления, они возникают сериями. И эти серии могут быть до нескольких раз в день, до нескольких раз в неделю. Итак, кластерная головная боль очень сильная, и некоторые пациенты, описывая эту боль, говорят, что такое ощущение, как будто кто-то спицу, вот прокалывает спицей область глаза, да, вот и эта спица, такая вот острая боль попадает в область головы. Боль настолько сильная, что, опять же, по данным литературы, по данным литературных источников, эта боль сопровождается у пациентов мыслями о суициде. То есть настолько она сильная и нетерпимая.
Посмотрите, продолжительность этой боли, она бывает самая различная, может быть 30 минут, может быть несколько часов. И здесь нет никаких вот, ну, как бы предвестников, да, причины, почему она возникает, эта боль. Понятно, что если мы говорим о боли напряжения, о которой говорили, да, на предыдущем слайде, то там, как правило, эта боль все-таки, ну, причина известна, это повышение артериального давления. И вот как раз здесь показаны рисунки, сопоставляется боль напряжения, когда выражено напряжение еще и в мышцах спины, плечевого пояса. Вот кластерная боль, которая показана как раз в области глаза. То здесь причины не существует. Когда она возникнет и через какое время она исчезнет, тоже как бы такой вот связи не выявлено. Но еще нужно сказать, что кластерные боли, головные боли, эти боли, которые, ну, опять же, да, по статистике, им этим, так скажем, недугом страдают в большей степени мужчины. Мужчины среднего возраста. Вот такая вот категория. Итак, и четвертый вид головных болей, который мы сегодня разбираем более подробно, это непосредственно мигрень. Что же такое мигрень? Мигрень проявляется также интенсивной головной болью. Но для мигрени характерно следующее проявление, то, что боль локализуется преимущественно в одной половине головы. Вот одна половина головы – болевой синдром, вторая половина головы совершенно находится в нормальном состоянии. И какие зоны области локализации головной боли при мигрени, как вы видите, да, это глазнично-лобно-височная область. Боль также очень сильная и, как правило, сопровождается еще и вегетативными расстройствами, такими как тошнота, которая может, так скажем, вместе с рвотой сочетаться. И будем об этом говорить сегодня. При мигрени любые факторы как бы возбуждения, да, это яркий свет, это громкий звук, они очень плохо переносятся и могут провоцировать усиление боли. И, соответственно, это будет называться фото- и фонофобия. То есть человек при такой вот боли, мигрени, будет уходить, да, в полную тишину и покой. И, соответственно, мы будем сегодня говорить о методах терапии, способах, которыми можно оказать какую-то помощь человеку. Это так называемое правило 3Т. Итак, мигрень. Мигрень описана в современной медицине как хроническое заболевание. Это заболевание, которое, ну, довольно-таки широко распространено в популяции. Если смотреть категорию мужчина-женщина, то все-таки это заболевание чаще встречается у женщин. Тяжесть этого заболевания, она также бывает различная, от легкой степени до тяжелой степени тяжести. И вот посмотрите, если речь идет о легкой степени тяжести мигрени, то приступы такой вот выраженной головной боли, они возникают несколько раз в год. Если говорить уже о тяжелом проявлении мигрени, то приступы головной боли могут происходить ежедневно. Но наиболее часто встречается такое проявление мигрени, когда приступы головной боли повторяются каждый месяц с периодичностью от 2 до 8 раз. Это наиболее часто встречающаяся форма проявления мигренозных болей. Каковы же причины возникновения мигрени? Почему она возникает? Какова этиология этого заболевания? Ну вот, к сожалению, конкретной причины, почему возникает мигрень, никто не знает. Существуют определенные гипотезы, почему же возникает такая выраженная головная боль. Давайте их обозначим. Ну, прежде всего, основные
моменты, которые приводят к проявлению мигрени, они связаны с нарушением нормальной трофики клеток головного мозга, поступлением к клеткам кислорода, то есть достаточного питания, которые должны получать клетки мозга. С чем это связано? Это связано прежде всего с нарушением по различным причинам, нарушением кровоснабжения головного мозга. Смотрите, это сужение просвета артериол, мелких сосудов, которые доставляют кровь к любому органу, в данном случае к головному мозгу. Это уменьшение реактивности сосудов головного мозга по отношению к диоксиду углерода, ну то есть, другими словами, к углекислому газу, который является мощным вазодилататором, то есть способствует расширению сосудов. Так вот, сосуды по-разному реагируют, могут по-разному реагировать на концентрацию СО2, и это сопровождается их неравномерным расширением. А следующее – это так называемые нейроваскулярные расстройства. Нейроваскулярные расстройства центральной нервной системы. То есть здесь уже причина лежит в механизмах регуляции сосудистого тонуса. И, соответственно, опять же, нарушение этой регуляции приводит к тому, что некоторые сосуды будут сужены, какие-то расширены, и неадекватное, неравномерное снабжение мозга кровью питательными компонентами и кислородом. Это могут быть в целом какие-то метаболические нарушения. Это уже касается нарушений биохимических, нарушений, так скажем, структур мозга. Связаны они с нарушением обмена такого биологически активного вещества серотонина. Вот совсем недавно, на прошлой неделе, мы как раз говорили об этом компоненте, об этом нейромедиаторе серотонине, который играет, ну, так скажем, немаловажную роль в обеспечении проведения нервных импульсов в структурах мозга. Так вот, нарушение обмена серотонина тоже может привести к возникновению выраженного болевого синдрома. Ну и также это нарушение клеточного энергообмена. То есть все это основой всего, что мы сейчас сказали, это нарушение трофики, нарушение питания клеток головного мозга. Дальше прослеживается связь между возникновением мигрени у детей и наличием этого заболевания у родителей ребенка. То есть это наследственная предрасположенность. Посмотрите, какие цифры статистики. Если мигренью страдают оба родителя, то вероятность возникновения мигрени у детей очень высока, от 60 до 90%. Если мигренью страдает только мать, то риск возникновения у ребенка также высок, до 72%. Если мигрень есть только у отца, то вероятность возникновения мигрени у ребенка составляет 30%. Отмечена связь между возникновением мигрени и, так скажем, реакцией на стрессовые ситуации. Оказывается, что те лица, которые страдают мигренью, они наиболее чувствительны к стрессу. Или по-другому сказать, обладают низкой стресс-устойчивостью. Это лица, которые страдают тревожно-депрессивными состояниями. То есть такая вот психоэмоциональная лабильность. Любой какой-то фактор, весьма незначительный, выводит их из нормального состояния, что приводит к каким-то постоянным переживаниям. Это может привести к депрессиям, постоянной тревожности, волнениях за что-то, и это, соответственно, сопровождается возникновением головной боли. Поэтому мигрень у таких пациентов, значит, рассматривается как психовегетативный синдром.
Было замечено, что приступы мигрени, они возникают, так скажем, не на ровном месте, а что-то, какие-то есть факторы, которые провоцируют возникновение приступов головной боли. И такие факторы, они называются триггеры, то есть пусковые моменты, то, что дает толчок к возникновению этого болевого синдрома. И посмотрите, это факторы такие вот довольно неспецифичные, те, с которыми мы сталкиваемся каждый день, но тем не менее для некоторых людей это является пусковым моментом для возникновения боли. Установлена связь, что некоторые продукты питания могут провоцировать мигрень, приступ мигрени. И вот диета, да, какие продукты? Ну, прежде всего, это алкоголь. На первом месте употребление алкоголя – это шампанское, то есть это алкогольный газированный напиток, и это красное вино. Употребление этих напитков вот способствует возникновению болевого синдрома. Прием пищи, если говорить непосредственно о продуктах питания, это не адекватный прием пищи, то есть нарушение режима питания, и связанное с тем, что недостаточное поступление пищи может привести к гипогликемии, то есть снижению уровня глюкозы. И отмечена такая связь, что снижение уровня глюкозы крови также может способствовать возникновению головной боли. Если удалить из рациона питания у человека, допустим, кофеин, содержащие напитки, продукты, то это также может привести к возникновению приступа мигрени. Сон. Оказывается, что недостаточный сон тоже может быть триггером для возникновения этого заболевания. Соответственно, полноценный сон, когда человек нормально высыпается, отодвигает проблему головной боли. А с другой стороны, избыточный сон, то есть пересыпание, тоже может спровоцировать головную боль. Другие жизненные факторы. Что сюда относится? Сюда относится, посмотрите, это смена часовых поясов. То есть нарушаются биоритмы. Биоритмы, к которым человек привык. Когда человек перелетает, да, с одного места на другое, и разница с его, так скажем, привычным к нему расписанием жизни изменяется на несколько часов, на 5, на 6, на 7, когда происходит смена дня и ночи, вот это тоже является пусковым моментом для возникновения головной боли. А это изменение погодных условий. Это, как правило, изменение атмосферного давления, это изменение влажности, изменение температуры тоже может способствовать и явиться триггерным моментом возникновения болевого синдрома. Ну, какие еще факторы сюда могут отнестись к триггерам? И почему на этом останавливаемся? Потому что тот человек, который страдает мигренью, и он уже установил самостоятельно сам для себя связь, что способствует у него возникновению этого болевого приступа, он должен стараться избегать или, по крайней мере, к минимуму сводить вот эти вот провоцирующие факторы. Это изменение того, что человека окружает, так называемые внешнесредовые факторы, какой-то резкий запах. Психологические факторы. Что сюда относится к психологическим факторам? Это прежде всего любое эмоциональное напряжение. И мы вначале в самом сказали, что люди, это, как правило, стресс неустойчивые, поэтому любой какой-то фактор, несколько нештатный, да, может вывести человека из себя. И еще обратите внимание, да, гормональные факторы. Это особенно касается женщин. Изменения гормонального фона, которые происходят у женщины в течение месяца, да, и это совершенно нормально. И это тоже один из биоритмов жизни женщины. Так вот,
особенно изменение гормонального фона к концу менструального цикла, да, это истощение гормонов, что и приводит к возникновению менструации, может также спровоцировать и сопровождаться проявлением выраженной головной боли. А также это прием гормональных контрацептивов, да, то есть введение гормонов тоже является триггерным фактором. Выделяют два вида мигрени. Посмотрите, есть мигрень, которая так называется мигрень с аурой и мигрень без ауры. Сейчас мы поговорим о том, что такое аура при мигрени. Но все же чаще встречается такой вид мигрени, который называется без ауры. Примерно 3/4 всех проявлений мигрени – это мигрень без ауры. И в небольшом, так скажем, количестве проявлений встречается мигрень с аурой. Что же такое аура? Аура – это, другими словами, как бы вот предвестник того, что вот сейчас точно начнется болевой приступ, болевой синдром. Что это за проявление? Ну, посмотрите, это могут быть какие-то изменения зрения, да? Это так называемое помутнение зрения, возникновение так называемого тумана перед глазами. Человек смотрит на предмет, он начинает расплываться. Появляется какое-то его искаженное восприятие. Это могут быть различные, даже их назовем галлюцинации. То есть человек могут испытывать слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные, тактильные галлюцинации. То есть какой-то звук, а человек воспринимает его совершенно по-другому. Он ест совершенно обычную пищу, а она кажется ему горькой, там, да, невкусной и совершенно непригодные для употребления в пищу. Это могут быть изменения психоэмоционального состояния. Человек может просто оцепенеть, да, и не реагировать на что. Это тоже аура. То есть такой вот особый предвестник возникновения, там, ну, как признак того, что возникнет сейчас болевой синдром. И вот здесь на представленном слайде я показываю несколько вариантов этой ауры перед приступом мигрени. Значит, вегетативные симптомы, да, аура, что это? Повышается чувствительность к свету, то есть включили обычный свет. И для человека это как вот яркая вспышка прожектора, такая ассоциация. Сужение поля зрения, то есть видит какой-то конкретный предмет, а вокруг него все расплывается. Вот изменение тактильных ощущений, так называемые тактильные галлюцинации. То есть человек сидит и говорит о том, что он испытывает какого-то своего рода покалывание, зуд, жжение, допустим, кожи конечностей. Эмоциональная, да, аура. Вдруг возникает какая-то паника, страх, повышенная раздражительность, плаксивость совершенно вот на пустом месте. Вот такие вот предвестники или так называемая аура непосредственно вот болевого приступа. Как же развивается мигрень? Мигрень развивается в 4 основные фазы. Первая фаза называется продром. Сейчас мы скажем, что это такое. 1-3 часа. Затем идет фаза ауры, в том случае, если она есть. Но эта фаза длится не более часа. Затем наступает третья фаза. Это непосредственно развитие самого болевого синдрома. Непосредственно развитие основных клинических проявлений, и это как раз самая такая вот основная форма проявления мигрени, она самая продолжительная, она может длиться 2-3-4 часа, а может длиться и несколько суток. И четвертая фаза – это выход из приступа, так называемое постдромальное состояние, выход из боли. С приступом мигрени может продолжаться до 2 суток. Итак, немножечко характеристика каждой из этих фаз. Мы сказали, первое – это продром. Продром, то есть, что это такое? У человека появляются определенные изменения, которые он замечает, может быть, не замечает, но, как правило, замечают окружающие. Да? Что это? Это раздражительность. Человек быстро устает,
да, то есть появляется какая-то апатия. Это может случиться, допустим, за сутки, за двое до возникновения основного проявления. А некоторые люди, напротив, у них вдруг появляется какая-то повышенная сверхактивность, они начинают выполнять всевозможные, заниматься всевозможной деятельностью, и это тоже является, следует обратить внимание, то есть изменилось поведение, изменилось состояние, изменился настрой человека. И если человек страдает мигренью, то это служит как бы признаком того, что возможно, невозможно, да, разовьется уже и основной приступ. Аура. Мы говорим, да, аура есть, аура нет. Вот если она есть, то это вторая фаза. И опять же проявляется, как мы говорим, не у всех. Длится она недолго, максимум до часа. Это состояние, которое проходит, такое, еще раз хочу сказать, какое-то искаженное восприятие окружающей реальности. И вот здесь тоже еще раз показываю, да, на представленном слайде. Вот обычная картинка, какая-то гора. Человек, который смотрит на нее в состоянии ауры, он не видит четких границ, не видит нормального предмета, да, восприятия предмета, он, у него искажается, появляются какие-то блики, он расплывается, в целом искажается. Это аура. И следующее – это непосредственно само проявление заболевания, фаза головной боли. Еще раз хочу сказать, длится у разных людей по-разному, от нескольких часов до нескольких суток. Боль, еще раз, характерный признак мигрени – это боль одной половины головы. Иногда пациенты описывают, что боль, начиная в одной половине головы, постепенно как бы переходит и на вторую половину, и может в целом болеть и вся голова, но это, ну, встречается не так часто. Все-таки это гемикрония, так называемая половина головы. Болит одна половина головы. Боль выраженная, пульсирующая, распирающая. И если в это время пациент выполняет любые действия, любое движение, либо от него требуется какая-то концентрация внимания, либо ему нужно ответить на вопрос, да, либо нужно выполнить какое-то действие, это еще больше усиливает проявление боли. Поэтому в этот момент пациенты стараются уединиться, выключить свет, да, полностью изолировать себя от каких-то звуковых раздражителей, потому что любое вот такое вот воздействие внешней среды может усилить болевые проявления. И вот такая выраженная боль, она у многих сопровождается проявлением тошноты, иногда может быть и рвота, и так называемые вегетативные расстройства. Иногда пациенты могут сказать, что после того, как с ними случилась рвота, произошло некое облегчение. Но это так называемые субъективные проявления. Фаза разрешения. Выход из приступа. То есть он все равно заканчивается. У кого-то раньше, у кого-то позже. И вот фаза разрешения. То есть человек настолько измотан, измучен вот этим вот приступом, что, и казалось бы, уже и болевой синдром стих, да, и исчез. А человек находится в таком вот разбитом состоянии, которое сопровождается усталостью, раздражительностью. Пациент также не может на чем-то сконцентрироваться, то есть он не способен выполнять, ну, какую-то свою обычную работу. Ему нужно время для того, чтобы восстановиться. И вот это состояние постдрома, выхода из приступа, оно может сопровождаться несколько часов, может сутки, может двое. Вот так пофазно проявляется приступ мигрени. И вот мы говорим о степени тяжести. И вот таких приступов с продромом и выходом может быть, так скажем, от 2 в месяц, может быть, до 8 в месяц. А некоторые люди испытывают выраженные приступы головной боли и в день несколько раз. Но это, конечно, уже утяжеляет состояние.
Если говорить о аюрведических подходах к рассмотрению этой проблемы, то нужно сказать, что мигрени подвержены представители всех трех типов конституций, но однако наиболее часто мигрень сочетается при дисбалансе ДОШ, вата и пита. И вот мы сейчас немножечко охарактеризуем головную боль для каждого типа конституции. Итак, головная боль вата типа. Это боль, которая обычно очень сильная. Так как это представители вата, то, конечно же, болевой синдром и все, что предшествовало ему, сопровождается состоянием тревоги, повышенной возбудимости, состоянием такой депрессии, то есть очень сильно страдает психоэмоциональная сфера. И также для представителей вата типа еще характерно изменение других систем, то есть это еще сопровождается запорами, да, так как это воздушная среда, и очень сухой кожей. Если говорить о проявлениях головной боли пита типа, то нужно сказать, что здесь проявлению головной боли очень часто сопутствуют еще и заболевания печени и различные токсические состояния крови. Ну, как правило, да, заболевания печени и наличие токсинов, интоксикация, они связаны, и это характерно для представителей пита типа конституции. Представители пита доша, помимо того, что основные проявления – это выраженная головная боль, страдают еще ощущением жжения, какого-то такого тепла, состоянием жара, покраснением лица, покраснением слизистой оболочки глаз. Для представителей этого типа характерны такие проявления, как светобоязнь. И, конечно же, страдает тоже эмоциональное состояние, которое проявляется по выраженной гневливостью, да, состояние гнева, раздражительность. И этот вид головной боли может сопровождаться также и носовыми кровотечениями. Капха-тип. Капха-тип – это наиболее редко подверженным проявлению мигрени представителей данного типа конституции, но тем не менее он тоже бывает у данного типа конституции капха-типа. Значит, какие характерные здесь проявления? Головная боль, она такого тупого характера, то есть не такие описания головной боли, не такие проявления, как у вата и пита. Более тупая, сопровождается ощущением тяжести, усталости, может также сопровождаться тошнотой. Но посмотрите, с чем связано? Связано со скоплением слизи. Представители капха-типа могут также еще жаловаться на повышенное слюноотделение. Может это даже сопровождаться рвотой. Почему? Потому что головная боль у представителей капха-типа, она обусловлена застоем слизи. И вот это вот состояние застой слизи может сопутствовать, да, развитию и провоцировать развитие легочных заболеваний. Такие вот особенности головной боли у представителей капха-типа конституции. Теперь мы поговорим о некоторых диагностических маркерах, диагностических критериях, которые можно посмотреть и оценить на аппаратно-программном комплексе Видапульс. Давайте их посмотрим. Ну, что же здесь мы выносим такое самое главное, на что стоит обращать внимание? Ну, во-первых, те люди, которые страдают мигренью, они знают, что они страдают мигренью. И самое главное, их задача, да, и задача врача,
который работает с такими пациентами, вовремя разглядеть возникающий приступ и как можно сильнее сгладить его проявление, да, то есть нивелировать его проявление, чтобы ну, облегчить состояние этого человека. Так вот, один из маркеров, да, который мы можем увидеть на аппаратно-программном комплексе VidaPulse, это, конечно же, индекс, который всем вам хорошо известен, это индекс напряжения или индекс стресса. Вот здесь на представленном слайде я пыталась продемонстрировать динамику состояния человека. Если в обычной, да, нормальной жизни вне приступа показатель индекса стресса находится в пределах относительной нормы, ну вот здесь вот он составляет 199, то есть он находится на верхней границе нормы, то, как правило, перед возникновением приступа на фоне полного, так скажем, благополучия, если мы исключаем какую-то другую патологию, индекс напряжения вдруг резко возрастает. Смотрите, он уходит из зеленой зоны и переходит даже в красную, и становится равным 615. То есть мы сравниваем 199 и 615. По какой причине возникло такое напряжение? Да, что вот это вот состояние, которое мы сейчас видим, изменение этого индекса, оно как бы может нас заставить подумать о том, что не надвигается ли здесь очередной приступ. Ну, конечно же, когда изменяется индекс стресса, другие индексы, они тоже уходят, да, и выходят за пределы нормы. Итак, первый, скажем, признак, на который обращаем внимание, это изменение показаний индекса напряжения. Следующий маркер, который мы оцениваем на ПК VidaPulse, это функциональное состояние органов или вкладка меридианы. Что же здесь мы, на что здесь нужно обратить внимание? В целом, для всех представителей типов конституции, для проявления обострения мигрени характерны изменения по двум меридианам. Это по пятому меридиану и по девятому меридиану, то есть по меридиану сердца и по меридиану перикарда. Это, как правило, идет их напряжение. Соответственно, да, меридиан сердца и меридиан перикарда мы расцениваем, да, и в целом знаем, что эти два меридиана, они определяют связь с состоянием высшей нервной деятельности и в целом как бы являются окном мозга сердца. Поэтому вот так вот косвенно через эти два меридиана, пятый и девятый, их напряжение можно также, ну, предвидеть возникновение приступа мигрени. Это то, что касается всех типов конституции. Да, вот изменения по этим двум меридианам. Есть еще сочетанность, так скажем, отклонений в функциональном состоянии систем для различных типов конституции. Ну, здесь я привожу примеры для капха и для пита наглядно. Что хотелось бы отметить, что для представителей капха типа конституции наряду с напряжением, вот вы видите, да, пятый меридиан, меридиан сердца, как правило, сочетанность может быть с изменениями по третьему меридиану, то есть по меридиану желудка. Вот, может быть такое вот двойное проявление. Для представителей пита типа наиболее характерны изменения, ну вот видите здесь, да, в каком мощном напряжении находится меридиан сердца. И для представителей питотипа характерно еще изменение функционального состояния по меридиану печени. Соответственно, может находиться как в состоянии напряжения, а также и в состоянии некоторого такого истощения, функционального истощения. То есть печень для представителей питоконституции, она, как правило, тоже вовлекается в процесс. Ну и для представителей ВАТА типа конституции, такого вот слайда у меня нет наглядного, но там наряду с изменением меридиана сердца
наряду с изменением меридиана перикарда может быть еще изменение, которое затрагивает функциональное состояние толстой кишки. Такая вот сочетанность для представителей различных типов конституции. Следующее, что хотелось бы еще отразить в диагностических критериях, это вклад Канеда на субдоши. На что обращаем внимание? Обращаем внимание на три субдоши. Это прана вата, это, соответственно, садхака пита и тарпака капха. Но что нужно здесь рассматривать, как нужно их оценивать. Вот здесь я привожу два рисунка. Да? Почему? Потому что эти доши нужно рассматривать в динамике у одного пациента. Вот здесь вот на верхнем картинке эти три доши, которые мы сейчас обозначили, ну, они приходят, находятся примерно все в относительном состоянии нормы. И вот когда эти три доши в динамике начинают изменяться, вот это должно навести на мысль о том, что, возможно, приближается приступ мигрени. Нет такого, что вот была норма, и вдруг эти три доши выходят из равновесия в том плане, что они вот все уходят в красный фон, то есть напряжение их растет. Нет, они меняются в динамике, да, то есть какие-то доши резко увеличиваются, как вот здесь показано садхака и тарпака, да, а прана может, допустим, наоборот уйти в состояние истощения, недостаточности, в желтый фон. Еще раз хочу сказать, что эти три субдоши мы оцениваем в динамике, какие они были в состоянии ремиссии, в состоянии покоя и как они себя ведут вот в течение времени. Если наблюдается тенденция к изменению их функциональной активности, как резкий их подъем, то есть да, становится их значение больше 4, так и несколько, резкое снижение, то это такое динамическое изменение, оно тоже является одним из таких вот признаков обострения мигрени. Ну, с диагностикой на АПК, видопульс, это, наверное, все. Теперь давайте поговорим о том, что же можно с этим делать, да, с этими проявлениями, как можно с ними бороться и как можно перевести их протекание в более легком варианте. Ну, опять же, в лечении, в профилактике мы отталкиваемся от того, что уже знаем. Мы знаем, что приводит к обострению, какие ситуации провоцируют обострение, и, соответственно, давайте будем исходить из этих факторов и будем их избегать. Прежде всего, диета. Диета, исключаем такие пациенты в особенности, должны исключить из своего рациона алкоголь, особенно красное вино, шампанское и пиво. Дальше. Это продукты, не должны присутствовать в рационе питания. Какие? Которые содержат определенные вещества. Давайте посмотрим, что это. Это, допустим, такой компонент, как тирамин, который содержится в сырах. Особенно в твердых сырах содержится тирамин, но он является одним из триггеров возникновения приступов, болевых приступов мигрени. Это такие продукты, как, если говорить о животного происхождения, это маринованная сельдь, это куриная печень. А растительного происхождения – это бобовые, это сами бобы и фасоль. Они, их избыточное употребление тоже может спровоцировать болевой приступ. А следующее – это те продукты, которые содержат так называемый аспартам или искусственный подсластитель, который также добавляется в продукты для усиления вкуса. Особенно много этого продукта находится в различных консервированных продуктах. Дальше смотрим. Значит, нитрат натрия, да, всем известный, нитрит, вернее, натрия, это содиум нитрит.
Нитрит натрия, который добавляется сейчас практически во все продукты питания, в качестве консерванта и в качестве вещества, которое усиливает цвет продукта. Ну, как правило, это добавляют в продукты животного происхождения. Это колбасные изделия. Следующий компонент, которого нужно избегать в продуктах питания таким пациентам, это, опять же, компонент, который называется, и, ну, я хочу еще сказать, что если мы говорим про содиум нитрит, то есть нитрит натрия, то это тот компонент, который на этикетках пишется как Е250. Соответственно, если мы говорим вот о моносодиум глутамат, глутамат натрия, другими словами, то он обозначается на этикетках как вещество Е621. И этот компонент, он добавляется в продукты для усиления вкуса. И если много этого компонента поступает с продуктами питания, то может наступить синдром, который называется синдром китайского ресторана. Потому что, ну, наверняка многие знают, что в вот этих в китайских соусах содержится как раз очень много глутамата натрия. И, соответственно, потребляя такие продукты в большом количестве, можно вот добиться развития этого синдрома. И, соответственно, нужно таким пациентам исключать из рациона питания шоколад, шоколад, содержащие продукты, и такой напиток, как Кока-Кола. Хочу остановиться немножко все-таки на глутамате натрия. Да, потому что этот компонент, он содержится совершенно в естественных продуктах, без различных консервантов. Он содержится в орехах, он содержится в мясе, он содержится в рыбе. И он встраивается в биохимические обменные процессы и, в принципе, ну, как бы необходим нашему организму. Но если этот компонент поступает в больших количествах, да, в качестве вот консервирующего вещества, то он не приносит пользу, он приносит вред организму за счет того, что вызывает повышенную возбудимость клеток головного мозга. И, соответственно, возникает определенная зависимость к продуктам, где содержится этот глутамат, да, потому что он усиливает вкус. И возникает пищевая зависимость, можно провести даже некую аналогию с наркоманией. Поэтому в нормальных естественных количествах, когда глутамат натрия содержится в продуктах, это совершенно нормально, когда его много, это уже вред. Вначале мы говорили, что питаться нужно обязательно адекватно, да, в течение дня. Не допускать проявления гипогликемии, то есть не голодать, потому что гипогликемия у пациентов, страдающих мигренью, способна также провоцировать болевой приступ. Поэтому обязательно распределение пищи в течение дня. Ни в коем случае не добиваться развития гипогликемии. Чем можем еще содействовать таким пациентам? Таким пациентам можно оказать помощь, рекомендовать им прием тонизирующих препаратов. Конечно, мы останавливаемся на аюрведических препаратах, и на первом месте в терапии мигрени, облегчении приступов, ослаблении их проявления, конечно же, на первом месте такой аюрведический тоник, всем известный как Чаванпраш. Он применяется очень длительно и назначается абсолютно всем представителям различного типа конституции. То есть такой длительный прием Чаванпраша. Следующее, на чем хотелось бы остановиться, ну, также, да, из аюрведических препаратов, мы все время затрагиваем компанию Трада, потому что это как раз аюрведические препараты. Это такой препарат, который называется Бисминт. И мы уже говорили о нем. Ну, давайте еще остановимся теперь вот непосредственно в рамках проблемы головная боль, мигрень. Блисмент, посмотрите, его механизм действия основан на том, что он нормализует баланс
между процессами возбуждения и торможения в клетках головного мозга, в нейронах. Всем известно, что различное соотношение нейромедиаторов в нейронах, а нейромедиаторы делятся на две категории, они бывают возбуждающие, бывают тормозные. Так вот, их соотношение, оно, так скажем, определяет в целом психоэмоциональное состояние человека. И этот препарат Блисмит, вот он как раз нормализует соотношение процессов возбуждения и торможения. И это способствует тому, что снижает стрессирующее воздействие, да? То воздействие, которому как раз подвержено большинство представителей пациентов, страдающих мигренью. В целом, улучшает обменные процессы и в мозге, и в сердце. Действие направлено на улучшение трофики, то есть питания, то есть доставку кислорода к клеткам, ну, прежде всего, клеткам головного мозга. Что можно порекомендовать еще пациентам, страдающим мигренью? Ну, мы теперь переходим в раздел физиотерапевтических мероприятий, физиотерапевтических воздействий. Опять же, исходя из тех рекомендательных моментов, которые можно получить на АПК Видапульс. Это массаж стоп. Также выбирается нужная нам нозология, то есть мы выбираем мигрень, головную боль, и получаем определенный рецепт с определенными зонами, пальпаторное воздействие, на которые может облегчить и приступ, и, так скажем, отодвинуть время его возникновения, то есть сделать приступ реже. Очень активно применяется при лечении мигрени рефлексотерапия, иглоукалывание, да, и как раз опять же вот возможности АПК Видапульс в модуле традиционная китайская медицина. Выбираем непосредственный метод воздействия рефлексотерапия и в качестве иглоукалывания прием ведолазера выбираем категорию Джень, задаем нужную нозологическую форму, да, мигрень, и получаем определенный рецепт, который укладывается в несколько дней. Эту цикличность, да, 4 дня, ее можно повторять до 2-3 раз. И, соответственно, воздействие на биологически активные точки обладает хорошим терапевтическим действием. Далее, значит, конечно же, хотелось коснуться фитотерапии, то есть приема определенных настоев трав при головных болях, да, вата типа. Посмотрите, помогают такие травы, как валерьяна, джатаманси, ромашка, брами. Для представителей вата-типа в лечении и в профилактике это, конечно же, отводится место полноценному сну, да, потому что психоэмоциональная сфера очень лабильна, и полноценный сон он необходим. Питотипа. Питотип рекомендуют при мигрени смазывать голову сандаловым маслом, избегать чрезмерного жара, да, перегревания, то есть избегать солнца, избегать нахождения в условиях вот сильного зноя. Ароматерапия здесь полезна. Это ароматы розы и лотоса. Если говорить о представителях капха-типа, то здесь тоже показано применение масел, которые также наносятся на голову. Это масла, которые содержат камфору. И представителям капха-типа, ну, конечно же, вне периода обострения, полезно заниматься физическими упражнениями. Если мы говорим, да, что мигрень и такая вот психоэмоциональная лабильность, они тесно связаны, то, конечно же, здесь нужно повышать стрессоустойчивость человека, и поэтому одним из методов терапии оказывает большое влияние – это биологически обратная связь. Это метод, который способствует успокоению и расслаблению. И опять же, на АПК Видапульс в режиме биоуправления медитация, выбрав определенный игровой сюжет, можно, вырабатывая через биологически обратную связь, определенные навыки, приучать себя к повышенной стрессоустойчивости.
Еще хотелось бы сказать, что если у человека есть определенная связь между возникновением приступа мигрени и изменением метеообстановки, то есть так называемая метеочувствительность, то опять же одно из разрешений АПК Ведопульс – это модуль Гелиос, который позволяет отслеживать, да, и построить в динамике изменения обстановки, да, определенных погодных факторов, давления, температуры, влажности, и четко выделить тот критерий, который в дальнейшем сопровождался приступом головной боли, приступом мигрени, и уже отслеживать изменения, которые происходят в погоде, так скажем, избегать либо ослаблять вот эти болевые проявления мигрени. Ну вот, пожалуй, наверное, все, что я хотела рассказать по проблеме головной боли и мигрень. Если есть какие-то вопросы, я, конечно же, на них отвечу. Всем большое спасибо. Спасибо. Всем большое спасибо. Ждем на вас на наших следующих вебинарах. До свидания.